Александр Кирьяцкий. Сегодня 29 октября 2020 года. Я думаю, что уже кончается сезон купания. Последний, может быть, разочек. Солнышко такое светит, что можно пойти и искупнуться. Сейчас пойду, зайду. Ну, с камеры, поэтому. Ну, поскольку можно, чтобы это... то камера не испортилась. Вот. Море такое здесь. Я покупался. Лежать на воде приятно. Вода холодная, но уже как-то привык. Вначале, когда приехал в июне вода казалась холодной. А сейчас он уже в конце октября. Вода холодной совершенно не кажется. Вот. Чудесное море такое. Еще по колено зашел. Хочу зайти максимально глубоко, ну, чтобы показать. Ну, конечно, закалка здесь однозначно играет огромную роль. Хотя никого вот на пляже. Сегодня очень тепло днем. В шортиках ходят, но никто не хочет купаться. Вот зря, люди глупые. Море не холодное. Кстати, я думаю, что 14 октября вода была холоднее, чем сегодня. И вообще воздух был холоднее сегодня. Какой-то такой хороший день. Даже говорят, что сейчас это в Сочи тоже очень хороший, значит, сезон бархатный. Плавать, купаться. Сейчас захожу. Еще не, еще пока по грудь. А я хочу зайти вот так, чтобы поглубже зайти. И попробовать на видео это записать. Зашел. Чудо. Только не уронить камеру. О, как хорошо здесь. Я не рискую лечь на воду, чтобы это... Не рискую, чтобы мне эту камеру не потопить, потому что все-таки дорого стоит. На сегодня же 29 октября, как в Израиле. Еще тепло, в общем. Не знаю, что будет в ноябре. В Израиле уже в ноябре не покупаешься, как сейчас здесь. Сегодня вода, как ни странно, теплее, и воздух теплее, чем 14 октября был. А я так вот купался, но сегодня вот особенно тепло. Сегодня можно сидеть в воде, наслаждаться жизнью, хоть весь день. Так, как я сейчас. Не верится. Я так нахожусь где-то в своем сознании в 1995 году. Потому что мне сейчас, я себя чувствую, ну, на 25 лет как максимум. Вот. Потому что мне 50 лет и 5 месяцев, я это не чувствую. Вот. Не, ну, с другой стороны, да, вот с девушками хорошими хочешь познакомиться, они не знакомятся через интернет. Хочешь познакомиться по жизни, они тоже не знакомятся. Но это есть какой-то урод такой, значит, ему, может быть, 25-30, и он выглядит на 55. Но с машиной, с баблом. И они перед девочкой, перед этими... алкашамиковые со старыми не по годам стелятся. А вот такой, как я не могу ставить свой генетический код, потому что у меня нет бабла, нет денег, чтобы понравиться и расписаться. А человек без бабла сейчас никто. Пустое место. Вот так жизнь проходит. И еще, кстати, фильмы все без исключения путинской пропаганды. Вот. Все цели девушек — это найти мужа-миллионера. Нездорового, некрасивого, не умного, а миллионера. Любого пошиба миллионера. Вот главное, чтобы только был миллионер. Пускай урод, пускай больной, пусть дети сумасшедшие рождаются. А нам, простым людям, то есть, надо воспитывать двух детей миллионера, который бросил свою любовницу. Ну и на крайний случай она разрешит завести третьего ребенка от себя, да? От нормального человека, здорового, который может дать... генетический код нормальным, как вот мой код в мои 50 лет, да? Че, мало людей, которые хотят 50 лет вот в 29 октября купаться вот так в море, так разлагольствовать, рассуждать, как я, не мерзнуть, быть молодым, без морщины, без щетины. А то я бы сейчас вот девочкам не дать, да, 3 раза в день я большое удовольствие получил, да. Но нет, вот специально, как будто НЛО надо мной издевается, как бы показывает, вот у тебя все, если у тебя есть гены, у тебя есть, ты не стареющий, ты молодой, ты здоровый, да.
вроде бы высшее образование, лучшее европейское, да. Все равно тебе ничего не будет, ни работы, ни признания, ничего. Ни свадьбы, ни жены, никого, ничего, ни кола, ни двора. Естественно, поэтому тебя ни одна девушка не возьмет, не захочет с тобой сейчас. Вот такая жизнь. А я хочу детей иметь тоже, ведь хотелось бы. А это невозможно. Невозможно, потому что надо иметь бабло. И вот это вот Россия. А в России что, все сейчас в России бизнесмены, да, что ли? Миллионеры. Значит, это их не более чем 1%, если миллионеры есть. То есть 99% мужчин и женщин не должны иметь потомство, потому что они не миллионеры, да? Обалдеть. Ладно, я выйду сейчас, все-таки камеру хочется. Сейчас кончится зарядка. Вот такая штука. Море, Средиземное, жизнь. Вот. Александр Кирьяцкий. 29, значит, октября 2020 года. Я быстренько выйду отсюда. И спрячу эту видеокамеру и сам полежу на воде здесь. Хочется как бы проститься с курортным сезоном. Если Бог даст, конечно, в ноябре еще покупаюсь. Но если Бог захочет дать мне такой день, как сегодня. А то другие дни ветер был, дождь. Можно было бы купаться, я купался, но такого особого наслаждения под дождь купаться нету. Когда ветер дует. Нет впечатления такого, как сейчас. Вот. Ну ладно. Александр Кирьяцкий, 29 октября 2020 года.